Сообщением о пропаже автомобиля в дежурную часть отдела полиции Центрального района обратилась местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что оставила свою машину на улице возле дома и через некоторое время не обнаружила ее на месте. Женщина пояснила, что припарковала свой автомобиль возле дома, однако забыла его запереть. Этим и воспользовались двое молодых людей, которые проникли в автотранспортное средство и решили покататься по городу. Спустя несколько часов полицейские обнаружили автомобиль, потерпевший на обочине дороги в соседнем поселке. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей 18 и 19 лет. Молодые люди пояснили, что угнали машину с целью покататься по городу. Не справившись с управлением, они врезались в дерево, оставили автомобиль на месте ДТП и скрылись. Следственным отделом УВД по городу Сочи в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Добавлю, что ранее молодые люди не привлекались к уголовной ответственности.